Волгограде прошел рейд «Безопасность на дороге», направленный на профилактику и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Инспекторы ДПС в ходе мероприятия выявляли водителей автомобилей с незаконной тонировкой, перевозивших малолетних детей в салоне машины без удерживающих устройств, а также севших за руль в нетрезвом виде. В ходе проведения мероприятия инспекторы ДПС задержали двоих водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Один нарушитель не имел права управления транспортным средством. 20 водителей были привлечены к ответственности за управление автомобилем с тонированными стеклами. Один из нетрезвых водителей отказался от медицинского освидетельствования и попытался скрыться. В ходе погони автолюбитель был задержан. Пойманный полицейскими мужчина, как оказалось, находился в федеральном розыске по Новосибирской области за неуплату средств на содержание детей. В отношении задержанного составлены административные материалы. По решению суда ему назначен арест на 10 суток. Анна Муслимова при содействии пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области.